нет, в принципе, возможности зайти. Как настроение? Пишите. Готовы поработать практически? Кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Людмила Булдакова, партнер проекта «Дай себе шанс». И сейчас мы рекрутируем активно на Авито. И сегодня я вам покажу, как я это делаю, с помощью каких инструментов, то есть что мне понадобится для работы. Сейчас я вот включу демонстрацию экрана и буду вам показывать уже. Так, демонстрация экрана пошла. Смотрите, для работы мне понадобится, ну, конечно же, телефон, так как мы будем звонить по резюме. Мне понадобится сам сайт Авито и мои профили ВКонтакте и в Одноклассниках. Для чего? Туда я перевожу людей, тех, которые согласились уже. Я их уже тоже приготовила, чтобы быстро мне найти, то есть открыла профиль. Причем вкладку «Поиск» открыла, чтобы сразу вбить прямо имя, фамилию, данные какие, и найти человека быстро, не тратить время, потому что у нас время – это драгоценный ресурс, да, поэтому мы обязательно должны подготовиться, чтобы время у нас экономилось на этом. Вот, также в «Одноклассниках» уже все открыла поисковую строку. Вот, пожалуйста. Авито, вот сайт Авито открыла. Выбрала раздел «Работа». Так, напишите, видите ли вы экран. Сейчас дождусь ваших ответов и продолжу, потому что мне важно, чтобы вы все видели, слышали хорошо. Сейчас не видите. Вот сейчас включаю. Напишите, видно. Вот сайт Авито. Я подключила сайт Авито. Видите его? Угу. Ну, все прекрасно. Значит, продолжаем работать. Что здесь на Авито? Я выбрала раздел «Работа», выставила параметры. Здесь я какие параметры? Вот сфера деятельности я не стала выставлять. То есть для меня не важно, в какой сфере деятельности ищет человек работу. Потому как сейчас очень много ищут работу по своей специальности, но найти не могут. Поэтому они могут с удовольствием согласиться на наше предложение. Возраст указала 25-50 лет. Ну, график работы не указывала, зарплату тоже не указывала, срок, опыт работы нет, образования нет, пол выбрала женский. И выбрала регион, Алтайский край. Как выбрать регион? Вот здесь, когда вы нажимаете, вот регион, и нужно выбрать другой регион. Вот. И вот здесь вот, смотрите, здесь вот можно выбрать любой регион. Вот я выбрала Алтайский край. И сейчас я начну с Барнаула. Поэтому я вот здесь нажимаю Барнаул. В Барнауле больше всего вакансий на данный момент. И вот обратите внимание, по моему запросу сейчас вот вакансии какие. Вот в сфере интернет-телеком. Вот начну вот с этого. Значит, мне нужно открыть ссылочку в новой вкладке, чтобы сюда потом не возвращаться и снова параметры не выставлять. Открываю ссылочку в новой вкладке. И вот, пожалуйста, пошли объявления, сами резюме. Резюме также открываю в новых вкладочках. Вообще не смотрю, какую работу ищут. То есть моя задача предложить наш проект. Вот.
А если человек интересуется работой, если он ищет работу, значит для него сейчас актуально где-то зарабатывать, да? И так, обратите внимание тоже на дату, на дату. А вообще желательно, вот последние самые сообщения, которые вот сегодня, вчера. Поэтому сейчас я эти вкладки убираю, нет смысла, я про этот момент немножечко подзабыла. Нет смысла тем, кто уже давно подал объявление, им уже наши коллеги позвонили и не один, наверное. Хотя вот 22 мая, ну, можно еще попробовать. Можно еще попробовать. Женщина, 42 года. Конечно, если подойдет связь. У меня на данный момент возможность безлимитной связи на Билайн и МТС. Две сим-карты. Поэтому смотрю. Вот, как раз вот телефончик Билайн. Вот, замечательно. Значит, я могу позвонить абсолютно даром. Для этого... Что мне нужно? Мне нужно набрать номер. Номер, когда нажимаете, он у вас прям открывается. Показать номер. Набираем номер. И вот такое вот у меня бумажка есть, по которой я работаю. Вот. Значит, звоним Татьяне сейчас и проводим скайп-собеседование по телефону. Так, вызов пошел. Алло, Татьяна? А, извините, у меня вот резюме на Авито. Я звоню Татьяне по объявлению, по поиску работы по этому номеру. Угу. Извините. Немножечко ошиблась номером. Угу. Еще раз попробую. Вроде бы набирала правильно. Еще раз. Алло, Татьяна. Здравствуйте, меня зовут Людмила, я менеджер по подбору персонала. Вы размещали резюме на Авито. Для вас актуален сейчас еще поиск работы? Да? Удобно сейчас говорить со мной? Угу. Скажите, Татьяна, вы рассматриваете для себя удаленную работу в сети интернет? Угу. Смотрите, мы вам можем предложить должность администратора в интернет-магазине. Работа удаленная. И хотела спросить бы у вас, как владеете компьютером и какой вас доход интересует? Угу. Ну, послушайте наше предложение, тут 2 минутки буквально займет, возможно, вам будет это интересно. Ага. И вообще у вас компьютер есть, да? То есть работать возможность есть на компьютере. Смотрите, Тань, мы развиваем интернет-магазин, предлагаем дополнительный заработок в нашей компании. Вся работа идет через интернет. Вот ваша работа – создавать поток покупателей и бизнес-партнеров в этот онлайн-магазин. Они там приобретают постоянно что-то, а вам за эту работу платят до 22% с товарооборота. Всю доставку, бухгалтерию, ответственность за продукцию берет на себя компания-производитель. Ваша работа – только создавать клиентскую базу через интернет. Официальный доход у нас отчисление в пенсионный фонд, стаж, доход только белый. Вот.
А было бы интересно вообще заняться такой деятельностью. Ну, на самом деле для многих людей это новое предложение. И тем не менее сейчас очень многие люди к нам присоединяются и зарабатывают в нашем проекте. В нашем магазине представлены товары ежедневного пользования. Каждый день мы чистим зубы, моем голову, весь мир это делает, и люди где-то это покупают. Думаю, вы со мной согласитесь. И вот наша задача перевести людей на потребление этих же нужных товаров, но в интернет-магазин с теми же покупками и ценами, но более удобным обслуживанием. И мы заинтересованы в том, чтобы ваша работа приносила результат, поэтому у нас предусмотрено онлайн-обучение для партнеров. Оно абсолютно бесплатно. Конечно, нужно много обучаться. У нас обучение проходит онлайн в 17-18 по Москве. Это ежедневно, ну это по нашему, по Алтайскому краю, это 9 и 10 вечера. Обучаемся в процессе работы, стажировки нет. И всем людям мы предлагаем два варианта сотрудничества. Первое – это открыть себе доступ в интернет-магазин и экономить всей семьей. И второе – научиться зарабатывать. На первых этапах, пока вы учитесь, мы будем вам помогать регистрировать людей тоже в вашу команду, и у вас уже пойдет товарооборот, независимо от того, будете ли вы этим заниматься или нет. И на примере, если 200 человек делают заказ на 1000 рублей, то это 200 тысяч рублей товарооборот и ваши примерно 40 тысяч рублей. Причем зарплата получается каждые 3 недели. Вот, суть понятна? Бизнес развиваем без вложений по всей России и странам СНГ. Также предусмотрена передача детям по наследству и прямым родственникам. Все официально. Кстати, мы сотрудничаем с крупнейшим европейским брендом. Это шведский гигант, компания-миллиардер Oriflame. Думаю, вы знаете эту компанию. Но хочу заметить, что в моем предложении нет распространения косметики, то есть продажами занимается сама компания. Мы только направляем к ним постоянных лояльных покупателей и готовим директоров и управленцев, за что компания нам хорошо платит, дарит подарки за активную плодотворную работу, вывозит за счет компании на отдых в теплые страны от 1 до 4 раз в год. Вот, уделяя на работу и обучение 4 часов в день, можно выйти на доход от 50 тысяч рублей уже через 4-6 месяцев и занять должность директора. Вообще были у вас какие-нибудь отношения с этой компанией? Клиент, консультант? Нет вообще, да? Ага, прекрасно. Вот смотрите, мы предлагаем готовую систему «Бизнес под ключ» по наполнению вашего онлайн-магазина. То есть мы работаем в этой сфере не так давно и уже получили стремительный рост. Наша команда делает товарооборот более 450 тысяч рублей в месяц. И 22% компания платит в нашу команду. И если сегодня вы уже начнете, попробуете, да, то вы сможете уже быстро увидеть результат. Можно как дополнительный заработок для начала рассматривать в свободное время, а можно сразу как основной. Интересно было бы попробовать. Не можете сразу сказать, хорошо, давайте мы с вами подружимся где-то в социальных сетях. У вас будет возможность ко мне всегда обратиться, если вы надумаете, решите. Где вы зарегистрированы? В Одноклассниках, ВКонтакте? В Одноклассниках, как я вас могу найти? Сейчас сразу же прям попробую. Минуточку, еще сейчас загрузится. Так, Татьяна русскими, да? Таня, вообще чем занимаетесь? Ну, а предложений-то вообще много по вашей специальности? Ну, на самом деле сейчас очень трудно по специальности найти работу. Тем более сейчас очень много в интернет переходят на удаленную работу. Сейчас и банки закрываются, потому как все онлайн. Так, Барнаул, да?
Так, ну тут поиски. А по дате рождения может быть поиск сделать. Что-то тут. Тут очень много пользователей. Угу. 689 пользователей. Давайте попробуем по дате рождения. Число месяц. Ну, может быть, регистрировались, когда указали просто. Ну, много тут очень тут. Ага, вот. А, в клетчатой рубашке. Ага. Ага, желтенький горит сейчас у компьютера. Но я вам сейчас прям приглашение отправила. Угу. У вас страничка же открытая. Давайте я вам тогда ссылочку еще на свой сайт скину. Хорошо? Зайдете, еще подробнее ознакомитесь. И там есть кнопочка регистрации, если прям сразу желание будет, нажмете зарегистрироваться, все, вы уже у нас в проекте будете, а там уже решите для себя, как вам дальше сотрудничать. Можно просто как клиентом быть, можно зарабатывать, то есть это уже любой для себя выбирает. Ага. Ну хорошо, всего доброго, до свидания. Ну вот так вот. Сейчас я отправлю ссылочку на свой сайт сразу, чтобы человек мог подробнее. Просто для некоторых эта информация, она вообще новая, и человек, до конца не разобравшись, может сразу отказаться, то есть сказать, я подумаю, потому как информации-то недостаточно. За 2 секунды не выложишь все, что может заинтересовать человека. Вот, поэтому дополнительную информацию сейчас. Так, не то. Угу, не то. Не то открыла. Сейчас. Дополнительную информацию сейчас отправлю. А, у Тани будет возможность посмотреть уже подробнее. Да, опять не то. Немножечко интернет тормозит, потому что запись идет. Наша задача просто вот выдать информацию эту человеку, то есть что, ну как, чтобы он все прослушал, да, и найти его в социальной сети где-то и передать уже ссылку для регистрации или ссылку на сайт. Так. Вообще желательно, конечно, ссылочку укорачивать. Наверное, сейчас я это сделаю, потому что она может не пройти, ее могут заспамить. Есть у нас такой сервис, где укоротить ссылку. Скачиваем ссылочку. Копирую. Иду в Одноклассники. Так, пишу, чтобы понятно было. Татьяна же меня не видела в лицо, да? Она не знает, кто я такая. Поэтому я пишу.
Татьяна. Я отправляю ссылочку. Татьяна, мы с вами говорили сегодня по телефону. Это ссылка на мой сайт, там подробнее все. Татьяна поймет, что это я ей отправила. Посмотрим. Ну, ура! Татьяна уже приняла меня в друзья. Все хорошо. Идем дальше, значит. Так, это я сейчас пока все закрою. Так, вот Татьяна прям первый человек, и сразу такой вот результат. Не знаю, как регистрация будет, нет, но тем не менее все хорошо, да? А теперь следующий будем звонить. Ну вот 19 апреля, это уже давно, поэтому, конечно же, нет смысла звонить. Пойдем дальше по следующей категории. Пока напишите, как все видно, слышно. Не видно, что я делаю. Угу. В принципе, было понятно, да, потому что я все равно все озвучиваю, не только показываю. Слышно хорошо, вот сейчас и экран должно быть видно. Угу. Видно, все. Идем дальше. Следующая категория. Ну, вот административная работа. 154 человека. И вот вчера объявление. Вот тоже вчера объявление. Здесь я вообще не смотрю, что ищут. Моя задача свое предложить. Тоже вчера. Надеюсь, что этих людей еще не обзвонили наши коллеги. И уже не зарегистрировали. Поэтому, ну все. Дальше 19 мая. Смысла нет уже звонить. Потому что это уже точно. Звонили, рассказали. Тратить время не будем. Так, смотрим телефончик. Угу, раз Билайн. Так, сейчас я посмотрю, видно ли экран. Угу, все хорошо. Звоним Оксане. Открываем документик сразу. Так, абонент временно недоступен. Следующий. Оставлю пока эту вкладочку на всякий случай. Перезвоню чуть позже, если появится в сети. Так, Ольга. Так, ну это мне неудобно звонить по этому номеру.
Идем дальше. Так, тоже непонятно. Что за связь? Это тоже кажется не Билайн. Ладно, вернемся. Так, административная работа. Пропускаем. Банки, инвестиции. Сейчас очень много сократили людей в банке. И люди тоже ищут работу. Так, а ну 18 мая это давно. Это, конечно, нет смысла. Вот бухгалтерия, финансы посмотрим. Вот сегодня. Открываем новые вкладочки сегодня. Вчера вечером тоже можно позвонить. Еще вчера. Работа нужна была еще вчера. Возможно, сегодня уже нашли. Ну, попробуем, позвоним. Очень много объявлений. Именно бухгалтер. Все. Это только в Барнауле. То есть можно еще по другим районам посмотреть. Алтайский край у нас большой. Поэтому можно смотреть в других городах. Есть еще Алейск, Бийск, Камень-на-Оби и так далее. Вот Наталья из Барнаула. Звоним Наталье. Алло, Наталья. Здравствуйте, меня зовут Людмила, я менеджер по подбору персонала. Вы размещали резюме на Авито. Для вас актуален еще поиск работы? Ага, сейчас удобно со мной поговорить? Скажите, Наталья, вы рассматриваете для себя удаленную работу? Не поняла немножко. А, нет, а по какой причине у вас выхода в интернет нет или вы просто... А, вы считаете, что это не работа, да? Ага. А, извините, но пока мы с вами все равно разговариваем, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, это нужно для отчета. Можете? 3-4 вопросика. Угу. Скажите, почему вы разместили объявление в интернете на электронной доске объявлений? То есть не где-то, не в газете, не лапша на улице, да, а именно в интернете. Удобно. Угу. А где вы храните свои фотографии последних лет? Угу. Последнее время где-то покупали билеты на поезд, самолет?
не покупали, а сами пользовались интернет-магазином, что-то приобретали через интернет-магазин. Вот. А как считаете, вообще это удобно? А, вы считаете, что это мошенничество, да? Да, я с вами согласна. Очень много сейчас компаний именно вот мошенников, да, но мы сотрудничаем с очень крупной компанией, мировым брендом, и она у всех на слуху, ее все знают. Вот, если вам интересно, я вам в течение 2 минут просто вот поясню, и, возможно, вы измените свое мнение. Давайте расскажу немножко, тут пару минут займет просто. Мы развиваем интернет-магазин, предлагаем дополнительный заработок в нашей компании. Вся работа идет через интернет. И вот ваша работа — создавать поток покупателей и бизнес-партнеров в этот онлайн-магазин. Они там что-то постоянно приобретают, ну то есть вот как дисконтные карты, да, мы предлагаем людям. И вам за эту работу платят до 22% с товарооборота компания, сама компания, производитель. Доставку, бухгалтерию, ответственность за продукцию берет на себя компания. И вот ваша работа — только создавать эту базу клиентскую через интернет. Официальный доход, отчисления в пенсионный фонд, стаж, доход только белый. То есть в нашем магазине представлены товары ежедневного пользования, и каждый день люди где-то это покупают. Это может быть зубная паста, мыло, шампунь. Ну, то есть все, что люди, чем люди пользуются, всегда это покупают. И наша задача — перевести людей на потребление этих же нужных товаров, ну, в интернет-магазин, с теми же покупками и ценами, но более удобным обслуживанием. И мы заинтересованы в том, чтобы ваша работа приносила результат, поэтому у нас предусмотрено онлайн-обучение, и для партнеров оно абсолютно бесплатное. Обучение у нас проходит в 17-18 часов по московскому времени, то есть в Алтайском крае это в 9 и в 10 вечера. Обучаемся в процессе стажировки нет. И всем людям предлагаем два варианта. Первое — это открыть себе доступ в интернет-магазин и экономить всей семьей, просто покупать со скидкой по дисконту. И второе — это научиться зарабатывать. И на первых этапах, пока вы учитесь, мы будем вам помогать, то есть регистрировать людей к вам в команду. И у вас уже пойдет товарооборот, независимо от того, будете ли заниматься этим бизнесом дальше или нет. Вот на примере: 200 человек делают заказ на 1000 рублей, это 200 тысяч рублей с товарооборота, товарооборот. И с этого товарооборота 40 тысяч рублей ваши, причем каждые 3 недели. Вот суть понятна. Бизнес вообще развиваем без вложений по всей России и странам СНГ. Также предусмотрена передача по наследству детям, прямым родственникам. Все официально. Мы сотрудничаем с крупнейшим европейским брендом. Это шведский гигант, компания-миллиардер Oriflame. Хочу заметить только, что в моем предложении нет распространения косметики, продажами занимается сама компания. Мы только направляем к ним лояльных покупателей, готовим директоров и управленцев, за что компания нам платит хорошие деньги, дарит подарки за активную плодотворную работу, вывозит за счет компании в теплые страны от 1 до 4 раз в год. И вот, уделяя на работу обучение 4 часов в день, можно выйти на доход от 50 тысяч рублей уже через 4-6 месяцев. Занять должность директора. Сейчас на самом деле очень быстро растут у нас люди в компании, выходят на такие уровни высокие, зарабатывают такие деньги, потому как кризис, работы в принципе особо-то нет. И сейчас все в основном компании-то переходят в интернет. Заметили, что, ну, даже банки сейчас вот много что отказываются от работников. Сейчас все онлайн уже, и в принципе люди уже как рабочая сила не везде нужны, сейчас все уже онлайн. И вот мы предлагаем готовую систему, такую же бизнес под ключ, по наполнению вашего онлайн-магазина. Мы работаем в этой сфере не так давно и уже получили стремительный рост. Наша компания делает товарооборот более 450 тысяч рублей в месяц, команда. И 22% компания платит нашу команду. И вот если уже сегодня вы начнете, вы быстро сможете получить результат. Интересно вам начать? Замечательно. Я вас очень хорошо понимаю. Надо подумать. Давайте с вами подружимся в Одноклассниках или ВКонтакте. Я вам ссылочку на сайт дам. Вы посмотрите уже подробнее информацию. И там можете через сайт прям зарегистрироваться. После регистрации я с вами свяжусь, если будет желание начать. Как вас найти и где?
Так, чуть погромче. Наталья Воронцова. А где? Одноклассники? ВКонтакте? ВКонтакте. Сейчас прям я секундочку найду, добавлю тогда вас, друзья. Примите, я вам там ссылочку скину. Меня зовут Людмила Булдакова. Наталья Воронцова, что еще тут? Барнаул. Угу. Так, тут вот три пользователя с шариками. Девушка. Да. А, черно-белая фотография. Нет? Не поняла. Нет. И вот еще крупным планом фотография. Так, чуть погромче скажите. А, Леденева. Угу, попробую сейчас. Здесь вообще тогда поиск не находит. А, вот, все, Наталья Воронцова. А, тут бассейн что-то такое, да? Угу. Ну, все, я вам отправила запрос, друзья. У вас закрытая страничка сообщения-то. А, можно отправить. Хорошо, сейчас сразу ссылочку на сайт вам отправлю. Угу. Угу. Ну, все, спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Так, сейчас я иду в Одноклассники. Открываю последнее сообщение. Вот Татьяне, которая писала. Копирую его. Через блокнотик я его сейчас пропущу, чтобы оно не выглядело у меня как скопированное. Чтобы выглядело как напечатанное. Вот отсюда уже копирую. Так. Ставим, еще пригодится. И Наталье я вот отправляю уже это же сообщение, только с ее именем. Второй контакт есть. И вот так 30 контактов. И у вас обязательно будет регистрация, а может быть и даже не одна. На этом я сейчас запись отключу. Если вопросики будут, с вопросиками поработаем. Угу. И пойдем уже самостоятельно работать, приглашать. Потому что обучаться хорошо. Но то, что получили обучение, нужно сразу же его применять. Да, если не будете применять, будете только обучаться, будет расти тот человек, который вас обучает. Если будете применять, будете расти вы и зарабатывать будете вы. Всё, запись отключаю.